Сезон ремонтов и строительства не за горами. И очень вовремя в Ирбите открылся первый большой магазин товаров для дома и строительства – «Домострой». Чем здесь могут порадовать покупателей? Об этом в следующем сюжете. Сеть магазинов «Домострой» – это крупнейший оператор в сегменте строительных материалов, где продаются товары для дома и сада. «Домострой» входит в топ-30 ритейлеров России в данном сегменте. Розничная сеть магазинов «Домострой» сегодня есть в Нефтекамске, Березниках, Кунгуре, Соликамске, Каменск-Уральском, Серове, Перми, Тобольске и Вербите. В магазине «Домострой» можно купить практически все, что нужно. В ассортименте множество товаров для строительства и ремонта, включая строительные сухие смеси, лакокрасочные материалы, сантехнику, фаянс, двери, электрику, светильники и люстры, хозяйственные товары для квартиры и загородного дома. В магазине «Домострой» широко представлена продукция собственного производства фирмы «Брозекс». Это строительные сыпучие смеси, лаки, краски, поликарбонат и даже люстры, которых более 400 видов. А это значит, что недорого и качественно. Демократичные цены магазина уже отметили первые покупатели. «Домострой» я приобрел чугунную плиту для печи для русской. Потому что, сложно было найти, а здесь все подошло. И цена меня реально удивила, но выбор тут вообще меня ошарашил, можно сказать. Ну, будете частым покупателем этого магазина? Будут в этом магазине не только я, еще и скажу своим друзьям, что тут вообще можно купить все, что угодно, для строительства особенно. С наступлением весенне-летнего сезона тема строительства становится наиболее актуальной. По многочисленным советам покупателей, необходимые для этого товары лучше покупать в «Домострое». Радует и выбор, и качество, и цены. Мы смеситель брали, первая покупка, морилка, лак. А еще саморезы, гвозди. Ну, это вторая уже саморезы, гвозди. А почему именно сюда пошли? А просто ездить по городу, искать, где дешевле. Смысла нет. Тут получается, магазин большой, все равно дешевле должно все быть. И разумеется, для покупателей здесь проходят акции, предоставляются скидки, бонусы и подарки. Скидки в нашем магазине прежде всего для пенсионеров, потому что мы очень уважаем людей, которые трудились в нашей стране и, в принципе, достигли уже очень многого. Также у нас есть накопительная система скидок, это изначально на 2%, в дальнейшем до 7%. В магазине «Домострой» созданы все условия не только для розничных, но и для оптовых покупателей. На самом деле товара даже больше, чем представлено в самом магазине, поэтому есть возможность выбрать нужное по каталогу. Привезут под заказ. И этот плед достается вам. Мы вас поздравляем. Забирайте его вот он. Торжественное открытие магазина в Ирбите состоялось 24 февраля. В этот день среди покупателей, которые участвовали в акции и заполняли купоны, прошел праздничный розыгрыш призов. В числе подарков – пледы и подушки, люстры, наборы посуды, электролобзики и многое другое. Это вам поздравляем! Итак? Я сегодня выиграла подушку. Шла на праздник, прям чувствовала, что сегодня я стану победителем. Я в магазине купила для ремонта квартиры строительные материалы, значит, купила радиатор отопления. Что-то еще, я уже не помню, там было очень много всего. А почему именно в этот магазин пошли? Я сравнила цены, и цены оказались здесь достаточно низкие по сравнению с другими магазинами. Главный приз – бензопила – тоже нашел своего счастливого обладателя, точнее, обладательницу. Алтынай Арыкова в магазине купила обои для ремонта маминой квартиры и выиграла пилу для папы. Папе на 23 февраля подарок. А что в «Домострое» покупали? Мы обои покупали, делаем в данное время ремонт. Ну а почему именно в «Домострое» поехали? Ну, потому что ассортимент понравился здесь больше. Сколько магазинов проехали, нашли здесь самые нужные нам обои. Ну, люстру вот еще присматриваем. Тоже тут? Да. Здесь очень большой ассортимент, чем в тех магазинах, которые здесь в Ирбите. В магазине «Домострой» покупатели всегда найдут все необходимое для строительства. Благоустройство дома, для сада и огорода. «Домострой» – это большой ассортимент товаров, низкие цены, бесплатная доставка, скидки для пенсионеров. «Домострой» работает каждый день по адресу в городе Ирбите, улица Калинина, 50.